Қайырлы шамлар эфирде нәтиже программасы бүгін февральдың 14-ті студияда сіздердің мен Шевкет Аматуллаев. Сәлем лайым. Русияның Шамали Кавказ арби махкемесінде Ялталы Хизбул Тахрир давасы мабуслеріне терроризмді қабатлау сеслендірілді. Ростовта махкеме отырышы ачық олғанына бақмадан Ахмеджетте топлашқан мабуслерінің ақрабасына махкемеге кірмеге рұқсат берілмеді. Тәпсілатлы жәлефқамызда тариф етілі. Русия прокуратурасы Ялталы Хизбул Тахрир давасы бойынша мабуслерге терроризмде қабатлау сеслендірді. Дава Ростов-на-Дону шерінде Шимали Кавказ арби махкемесінде бақыла. Салонда Ростовдаки Украин баш консулы Виталий Москаленко, веконсул Виталий Конарский болына. Эмирусиин Куку, Муслим Алиев, Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Рифат Алимов, ве Арсен Джапаров қабатлана. Сейчас мне бы хотелось сказать два важных момента, которые уже мы можем фиксировать. Первое – это нарушение международного гуманитарного права, поскольку всех членов Ялтинской шестерки, включая Мира Усаина Куку, конечно же, их перевезли с Крыма в Ростов-на-Дону, что уже однозначно является проблемой. И второе – это то, что дело рассматривается в военном суде, что Amnesty International выступает против этого. Все отмечают, что обвинение по двум квалифицирующим составам строится на одних и тех же доказательствах, объяснениях, показаниях и оперативно-розыскных мероприятиях. То есть фактически за одни и те же действия всем подсудимым вменяются две статьи. С данным обвинением мы также не согласны. Естественно, мы будем оспаривать доводы гособвинения. Хырымлы адвокатлары давада Хырымның арби махкемесінде болынып, видеобақ вастасынен иштирак кетті. Ростовдаки махкеме ашық өткерілгеніне бақмадан, Ахмеджетте мабуслерге десте көстермеге келген ақраба ве достларыны салонға қоймағанлар. Сначала нас пропустили в суд, мы зашли в зал, разместились, после чего приставам был отдан приказ о том, что заседание будет закрытым. И судья уже, оттуда, с Ростова, сказал, что судебное заседание открыто в Ростове. То есть желающие могут приехать в Ростов, пожалуйста, присутствуйте. Алиев, Куку, Бекиров, Весирокна и Жгальджилер экибин 16 сенеса февраль айында эвлерінде кечерілген тинтувден сон тутта. Апрельде исе Алимов, Веджапаров, Яхаланда. Екі ел мабуслер Ахмеджет сизосында тутылды. Кешкен сенаның сонында оларны Русия территориясына кечеріп, Ростов-на-Дону шерінде макюметті башладылар. Риана Алиева, Рамиль Яникеев, Заман, АТР. Қырымның юқары рус махкемесі бір кішілік наразылықларының іштіракшілері берген шекейт арезасына бақып, рет етті. Қарарлар деңіштірілмеді, пара жезалары ойледе қалды. Бүгін 13 шекейт арезасы бақылды. Шекейт арезалары 2 автодан берілі бақыла, бұтын олар рет етілі 2 қырымлының пара жезасы 15 бин рубледен 10 бин рублеге ексілтілген еді. Массовые аресты наших соотечественников, среди которых был отец 13 детей, который занимался парниками, пытки Рината Параламова, которые до сих пор остались без ответа, виновников не нашли. Это все просто-напросто не могло меня оставить равнодушным. И я решил выйти на одиночный пикет, выразить свою мысль. Все было заранее заготовлено, подготовлено. То есть зашли, зачитали приговор, вынесли и все. Единственное, что хотят правоохранительные органы, это запугать крымско-татарский народ, запугать мусульман Крыма. Никаких сожалений о том, что я был на одиночном пикете, у меня даже в голове и мысли не было. Если будет необходимо, то если такие мероприятия, как проводились накануне одиночного пикета моего, если они будут продолжаться проводиться, то я думаю, что, возможно, что я не буду отсиживаться и буду присутствовать на таком мероприятии. У меня сегодня было 3 дела у одного судьи. Ну, такое ощущение, как будто он просто читал одно и то же. Ну, не ощущение, а так и было. Как будто бы с одного листка. Только менял фамилию, имя, время, не время, а место проведения данного, мероприятия. И все. А так, в принципе, одно и то же.
Кечкен сені октябрының 14-інде юзден зеде қырым татары репрессияларға қаршы біркішілік наразылықларға шыққан еді. Русия қанунлары бұны ясақ етмей, ләкен ижғалжылер қанунсыз митинг олғанны исрар етіп, 80 инсанға пара жезасына берді. Жүремелерінің умуми миқдары 1 миллион рублеге етті. Бақшысарайдағы ижғалжы мәхкеме Шевкет Разаковның давасыны мартынан 5-іне қалдырды. Қабатлайжы тарапынан шағатлары келмеген екен. Кешкен отырышты айны себептен башқа күнге кечірілген еді. 24 яшында қырымлы полиция қадимының ақыретленмесінде қабатлана. Ижғалжылер 2017 сенесі апрель айында Бақшысарайда кечірілген тінтувлер вақтында Шевкет Разаков Амон қадимының бетіне тұқырды деп исрар етті. Бұның үшін 40,000 рубле пара жазасы яда 1 жылдық мәжбүрі ішілер берілмесі мүмкін. Разаков қабатлы ұлғанны инкар етті. Владимир Путин қырымны ижғал етмек емірні 2014 сенесі 23 февральге кечер кежесі берген. Бұны девлет қайынлігінде қабатланған президент Виктор Януковичтың мақкеме давасы бақылғаны бақыт Шаат Илья Пономарев айдынлатты. О, Русия девлет думасынан сабық депутаты. Оның сөздеріне көре Путин өз жесіне әрекет етмеге қарар алған. Тапсилатлы желефқамызда тариф етілі. Қырымда кечірілген сақты референдумдан соң депутат Илья Пономарев ярмада Русия еркенына қошылмасына қаршы рей берген екене депутат. Бүгін о Киевнің Абалон район мақкемесінде шатлық әте. О айтқанына көре, 23 февральге кечерге жасы Владимир Путин бір қач мемурнен мұшавере кечіріп, Қырымны ижғал әтмек қарар алған. Путин чуть было не попал в авиакатастрофу в Сочи. На вертолете была там жесткая посадка у него, и он это воспринял как покушение, попытка покушения с участием иностранных спецслужб. И в этот же день состоялось, там, как известно, бегство Януковича, поэтому у него было такое настроение, что вокруг заговор. Мушавере іштеракчілері ачық ижғал анаясаға зыт келгеніні білдірген. Ләкен Путин дегенінде тұрған. Пономарев айтқанына көре, февральның 23-інде Қырым ижғалі башланған. Мұдафа назиры Сергей Шойгуға операцияны арби қысымы азырламаға, меселетчісі Владислав Сурговға сияси меселелеріні чезмеге авале еткен. Қырымда ісе Аксеновға таянмаға қарар алынған. Чүнкі оның жинает итибарларына аляқасы ве куч куветлері тесірі бар екен. В качестве основной противостоящей силы назывались крымские татары, и считалось, что только Аксенов был в состоянии им силовым образом противостоять. Қырым ижғалінде Януковичының мектубы эсас ролін ойнаған. Пономаревның сөзлеріне көрем, 2014 сенесі мартының бірінде Федерация Шурасы Русия арби құветлеріні мемлекеттен тұш қуанмыға рұқсет берген. Санки Украинаның қануни президенті Украина территориясында ватандашларыны қорчаламақ үчін Русия арбилеріні көрсетілмесіні реджа әткен. О вақыт ісе топлашуда мектубны кімсе көрмеген. С моей точки зрения, это ключевая роль. Во всей этой истории это способ легитимировать военную агрессию на территории Украины. И это основная правовая основа, на котором принималось решение об использовании вооруженных сил на территории страны. Русия Украина ішлеріне та 2013 сенесі сентябрь айында ачық айдын күрішмеге башлаған. Майдан вақтында Русия Януковичны ой тарафына чекмек үчін паранен сатып алған. Қачқан президентінің оғлы Александр Аражи олған. Пономаревның сөзлеріне көре, Януковичлер қорантасы 1 миллиард доллар миқдарында кер алған. Мы решили договориться для того, чтобы как бы формально никаких денег там российского или государственного бюджета, украинского государственного бюджета в карман вот конкретным деятелям не передавалось. Но за счет того, что они владели информацией о схеме, они могли сильно заработать. Януковичның адвокаты Веха Батлайджи тарафы да бүгінгі сорғынен мемнюн. Әрбірі істегеніні ешіткен. Несмотря на то, что свидетель Пономарев и его лекция была заказана Генеральной прокуратурой, он дал показания, крайне важные для установления событий и того, что происходило в Крыму. На нашу думку, він повністю підтвердив висунуте винувачення винуваченому Януковичу. Всю оцінку його показань надасться вже ж тільки суд.
Киевның Абалон район мәхкемесі сабық баш Назир Николай Азаров, Қачқан президент мемориатының башы Андрей Клюев, ішкі ішлер Назира Виталий Захарченконы сорғуға чекмеге разылық берді. Олар келмесіні Януковичның адвокаты темін әтмек керек. Олан Астатюк, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Крымыш ғалы Русияге проблема олды, чынки дүния шымдыки ярамада статусына танымай. Бұны Русия телеканалларының бұрынды Русия президенті намзеті Григорий Явлинский айтты. Ләкен о қырсызланған қырымна қайтармақ керек мы, йоқ мы суаліне там жебап бермеді. Бұ меселені бұтын дүниянен чезменге теклиф ете. В чем у нас там проблема? У нас проблема в том, что никто в мире не признает статус Крыма. Значит, надо взять, собрать международную конференцию, выработать дорожную карту и решить эту проблему. Отдать. Ну что? Нет, я не знаю. Дорожную карту надо сделать. Все международное сообщество вместе с Россией и вместе с Украиной решит эту проблему. Русия Украинада башлаткан Дженкве храм ижгали чун афу сурамай жақ. Бұны тышышлер Назира Сергей Лавров, Бельчикала Зинада Шынен, Корушкин вақыт білдірді. Корушов Москвада олып кетті. Анда Европа бірлігінің истиляжі девлетке қаршы кірсеткен санкциялары да музакер етілді. Оларға бақмадан Русия Украинада япқанлара қанда түшін мейджек деп қайд етті Лавров. Мы как-то никогда не интересуемся отношением наших коллег из Евросоюза, вообще из тех стран, которые ввели против нас санкции, что они на эту тему думают. Мы все свои действия открыто на основе международно-правовых норм объяснили. И все те, кто хочет нас услышать, нас услышали. Мы сегодня говорили, и, конечно же, про Украину, и про Крым. Русия мустақыл мұқбірлері Суреде Вангер адлы шақси бірлешменің аскерлерін Америка аскерлері ұжыметкеннен бағлы малыма топламаға девам ете. Лекен Кремль бұ меселені изатламай, чүнке ресми Русия ордусының арби операциясы екінленді. Бұруслар кім ве не үшін олар Суреге кеткеннің ебетеке левқамыздан оғрене білесініз. Февральның 7-сінде Американың арбилері Вагнер адлы шақси арби тешкілятында қызмет еткен Русия әскерлерінің колонасына ұжым япты. Русия әскерлері шымды исянджыларының езіретінде ерма ішлеп чықарған заводыны запетмек үшін ел алайыдылер. Ұжым Русия әскерлеріне япылғанына Америка арбилері бөлмеген. Америка Бірлешкен Девлетлерінің арби ава қызметінің башы Джеффри Харриган Катарнен кечірілген телеконференцияда атышу девамында эсас мақсат озыны қорчаламақ еді деп білдірді. Ми негайно зв'язалися з російськими офіційними особами, аби попередити про напад на відому позицію сирійських демократичних сил та коаліції. Після цих дзвінків офіційні особи коаліції погодили удари з метою знищення ворожих сил. Америка арбилері башта артиллерия ұжымы, соңыра есе дөрт вертолеттан атеш ачтылар. Елек олғанларының сайысы да беллі дегіл. Русия девлеті изат бермей. Ресми олмаған малыматқа көре, тахминен 200-ден зияде инсан елек олды. В одной роте наступит 200 человек, у 200 их сразу же. В другой 10 человек, и вот про третью не знаю, но там тоже растрепали очень сильно вообще. Вот, короче, три роты пострадало, вот, били пиндосы, сначала артой накрыли, вот, а потом подняли четыре вертушки и в карусель запустили. Конфликт Intelligence Team адлы тешкілятының мұстақыл тақиқатшылары өз Facebook сайфесінде Вагнер адлы шақси арби тешкілятында қызмет еткен әве Сурияде елек олған арбилерінің фоторесімлеріні нумайш етті. Әскерлер тахминен бүтін Русия девлетінің территориясындан олалар. Оларны Донбасста сепаратистлер тарафына дженклешкені бірлештіре. Бұ есе дабыр өлдірілген Русия ватандашы Кирилл Ананевның интервьюсы. О Донбасста сепаратистлерге қол тұтқанына білдіре. Я думал, в Сирии вот именно вот эта военная задача. То есть тебя война затянула, да? Да, как обучение. То есть еще многие люди ездят по войнам. Ну, понятно, что это образ жизни, я уже сказал, и потому что это новый опыт. Бұ есе 38 яшындаки Станислав Матвеевның тұл қадыны Елена. Ресми шекілде Ақайының өлімі ақында она бір кімсе айтмады. Ақайы шымде қайда олғанына Елена бөлмей. Украинада сепаратистлерінің тарафына қол тұтайды, соңыра есе Сурияге ел алды, деп тарифете Елена.
Ақай әлі қолғанына қазақ атаманындан білді. Жесетті не ерде олғанына білмей. Несіл мәліматлар бойынша сой ақрабаларындан бір кімсе бірше талап етмеді. Я бы хотела, чтобы, во-первых, о моем муже узнали все. Не только о моем муже, вообще пацаны, которые там погибли. Вот так вот просто тупо, дико как-то это все. Куда их послали, почему и вообще никакой у них даже защиты не было. Просто их как свиней отправили на бой. И, ну, чтобы правительство так как-то отомстило, я не знаю, чтобы пацаны, это память как-то это... Олулер бойынша Москва изат бермей. Кремль сиясетіні тенхық еткенлерінің фикірінде, Русия матбуат васталары бұл меселені ачықламайып, Русия девлеті күчлі күрешіп, дженгте ос әскерлеріні ташламағанына көстереді. Вероника Ивашенко, Заман, АТР. Украина президента Петро Порошенко авто башында телефонен Кремль елбашысы Владимир Путин или Лафеткен. Бумалиматна зеркало недели не шара тархатты. Русиде бумалиматна Путиннан матбуат кетебі Песков татаздықлады. Лақырданан теше бүшісі Украин тарафы олған. О Минск алнашмалары имзаланмасынан үчінде еліғынен бағылыдыр. Мұзакерілер аққында Украина Европа ве Америка іждешілерінен келешкен. Порошенко Путиннен Русия территориясы ве ижғал олымған Донбасста тұтылған аскерлерге аскерлер азета тілмесі меселесіні мұзакере еткен. Украина назерлер кабинетінде Русияге қаршы санкциялар қуветлештірілмесіні істейлер. Санкциялар қануына денішмелеріні таздықлап, оны ұйқары шура бақмасына елладылар. Акиметте тежауыз девлеттен стратегик объектілеріні темін еткен программалар сатын алынмасыны ясақ етмеге талап етелер. Назерлер кабинеті огынды гонолі ато иштракчысы ве ветеранлар Украина иштимай сиясеті назер Андрей Реваны истифаға еламаға талап етті. Наразылық көстергенлер назер девлет бюджеттен ветеранлар жемаат тешкілатына ачы қайдын схема бойынша пара айырмағанны айта. Ато ветеранларының жемаат тешкілатларына пара айрылуы ачы қолмасы ічін назерлер кабинетіне қаршы махкемеде дава башлаттылар. Шурасы янында инсанлар топланып, иштимай сиясет назирыны истифасы бойынша имза топлайлар. Кешкен афта онын теклифы бойынша назирлер шурасы 176 қарарыны ғайырдан ішлеттірді. Бұл қарар ғызлы шекілде ветеран тешкілетларына девлет бюджетінден парадарқатуыны имкен бере. Бұл ғызлы пара берілу варекетлеріні девлет аудитор қызметі ве эсап палатасы таздықлады. Олар тешкеру нәтижесінде 9 миллион гривняға пара дарқатуы бойынша яңылышларыны таптылар. Гонолер де пара берілуі схемаларының яңылышларыны қайт еттілер. Рік тому ми прийшли до Державної служби по справах ветеранів війни та учасників АТО і почали дивитися, а як же все це працює, як виділяються державні кошти ветеранським організаціям. Ми побачили, що багато хто витрачає, бере в держави гроші, невідомо на що. Гомулер вечтимай сиясет назерлігінің мутехасыслары елде вамында яны системаны ішлеп чықардылар. Бұна көре девлет бюджетінден пара берілуі ве миғдарының көтерілуі бойынша ветеран веб-проектлер ярыш шекілде сечіп алынажақ. Ескі система бойынша параның 80% тешкілетларға масраф етілі. Қалған істе инсанларының керегіне дарқатылайды. Яңы система бойынша есе ветеранларға параның 80% масраф етілежек. Фактично вже готовий проєкт, навіть Рева його бачив, підписав подання, і в цей же час він паралельно відновив стару систему, яка втратила чинність з нового року, тому що було змінено в бюджеті назву цієї програми, і вона фактично, стара постанова вже не діяла. Бүгін ісі назірлер шурасының топлашуындан әвел назір Рева өз мевамыны білдірді. О, әвелсі ескі весіқа бойынша пара берілі еді, чүнкі башқа весіқа йоқ еді, деп білдірді. Назірлер шурасы тарафындан азырланған яны весіқаны ісі жемаат ешкілетлардың гонгулеріне таныш олмақ үчін берілді. Олар ісі санкем весіқаның мұн дережесі бойынша аңлашмадылар. Ескі қарарының ішле тұрауы 15 февраль Афганистан әрбелерінің Айдав Чықаровының елығына пара берілуі керек олғанының үчін күрсетілі, деп аңлата. Звернулася афганська організація в зв'язку з тим, що якщо ми запустимо зараз ці процедури, протягом 2 місяців ми не зможемо фінансувати ці організації. І сьогодні ми приймаємо нову постанову, яка вводить конкурсний відбір.
Назир эски карарнын вақтынжа кулануы ақында талап етсе де, яны карарнын кірсетілуіне көре, эскіні ляғу етілуі бойынжа сөз юрсетмеді. Фаалер есе махкеме вастасы еле эски карарны ляғу етілмесіні талап етеджеклеріні білдірелер. Егер япып оламасалар, демек кефілге йол алачақлар. Ми обов'язково дійдемо і до, мабуть, нашого верховного головнокомандувача, який є, по суті, має захищати права своїх солдатів. Вікторія Бойко, Микита Проскурин, Заман, АТР. Сесим абыслерінің балаларына бағышланған фоторесім сергісі Днепро шерінде ашылды. Анда Мустафа Джемилев ақында китап та тақдым етілді. Мойлефлері Севгел Мусаева ве Алим Алиев. Китап бір инсан ақында икайы етіп, бұтын халқынан күрешіні көстере деп қайдетелер. Севгел Мусаева, Крым татарларының лидері ақында китап язма ғайысы, екі елі версі пейді алғанына хатырлай. Китапның баш қараманынен арасыра көрушіп, аятыны хатырлай, шақалаша ве көле еділер. Бүгін де бүгін Мустафа Джемилевні зламны китабының украинжі ве русча едебің нұсқасы бар. Получилась книга о вообще крымских татарах и о крымско-татарском народе, потому что слово «незламный» и слово, или слово «несгибаемый», да, вот, собственно, название книги, оно относится не только к лидеру, но и к народу. И в этой книге мы рассказываем судьбу крымских татар во время депортации, историю крымских татар 20 века, и в том числе описываем это через жизнь человека, который, наверное, сделал свой огромный вклад в то, что крымские татары смогли в свое время вернуться на свою историческую родину. Джемилев китапны бір кечеде оқып шықты деп айта Мойлефа. Оны тек бегенді. Это книга о том, что несмотря на какие-то испытания, если ты во что-то веришь, если у тебя есть какая-то цель в жизни, то ты обязательно этого добиваешься. Потому что очень сложно было представить в советское время, что крымские татары смогут вернуться, да, вот, в Крым. Но вот, упорство, вера одного человека, она иногда может сворачивать горы. Ишгаль недір. Инсанларның аятына насыл тесір ітті ве Крымны насыл азат етмек мүмкін. Бұл сұалерінің жевабыны Илми Умеров бере. Ескі Сесима Бюсеминке, Украина акимиеті Крым статусыны деңіштірмек үшін бұңа дайыр қанунларына ажеле қабыл етмелі. Изменить статус Крыма. Сделать его крымско-татарской национальной автономией. И тогда у Украины будет больше доводов говорить о том, что мы решаем проблему коренного крымско-татарского народа, и мировое сообщество должно к этому подключиться. Это надо доводить до такого состояния, логического состояния, когда Российской Федерации Крым будет как тот чемодан без ручки. Тедбірге Амина Акуеваның анасы келді. Қадын, қызы Русия істелесіна қаршылық көстерменің ибреті олғаныды дей. Все, что связано с этой выставкой, которая здесь будет, это все связано с диктаторскими, агрессивными режимами, которые убивают свободу. Я счастлива, что последнюю свою программу «Герой Кавказа» она сделала на крымско-татарском телевидении АТР. Тедбірге Канада елчіханесінің темсілжілері де келді. Украинаның ортақлары халқара сивейде қол тұтмаға девамы тежегіні қайдетті. Олар Русияны халқара ұқуқа уймасыны темен етмек үшін бұтын тесір ұсулларыны қолланажақ деп ваде еткенлер. Поддерживание прав человека крымских татар является очень большим приоритетом для Канады. С самого начала аннексии, нелегальной аннексии Крыма Российской Федерации, Канада с самого начала имела очень-очень ясную позицию, и эта позиция до сегодняшнего дня остается очень-очень ясной. Мы осуждаем на 100% эту нелегальную аннексию. Мы будем использовать все инструменты в наших силах, чтобы требовать от Российской Федерации исполнения международного права. Днепро шерінде Русия журналисты Антон Наумлюкның фоторесім сергісі де ашылды. О, қырымлы сияси мобюслерінің балларына бағышлана. Ал азырда юзден зеде бала бабасыз қалды. Давалар елларнен девам өте. Динара Айдарова, Заман, АТР. Бұл қада нәтиже программасы соңына келді. Епіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Ведайма, АТР-әлі олына сұқырыш кенже.